Это из абрикоса делают или тутовый. Меня предлагал Кулик Воронеж. Ну, летом было. Говорит, поехали. А я его сюда предлагал. Отсюда надо было летом через пропуск. А в Воронеж свободно. Потом заболели немного, по-моему, я потом не мог поехать с ними. Ну и деньги не были. Гитаре. У него слухом не было. Один был Якимович. Якимович был из Беларуси. И гитару играю, но слуха у них нет. Потом мне приглашали, ты слушай, правильно будем или нет. Обычно тогда нас в сентябре на хлопок гоняли. Тогда хлопок был сбор этим руками собрали, сейчас собираю. Но потом машине встал. Вот на хлопке там и вот такой чайхана выделили нам, и там вечером собирались, тогда телевизор не был еще. Там вечером собирались и пели песни какой-нибудь. Вот вместе, хором. Студенту хорошо было. Какой профессия у вас? А у меня? Ветеринар. А? Ветеринар. Это хорошая профессия. Вот здесь сейчас очень нужный профессия не найдем. Специалиста. Действительно, нужный. Потому что если вот падает одна голова, этот... Голова это овец, значит, сейчас сколько стоит? Килограмм мяса здесь 30 сомони. Это значит, будет 600 сомони.